привет, друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть одну очень волнующую тему, которую почему-то никто не поднимает. Всех волнует натурал, шреддер, не натурал. Какая разница? Человек в любом случае достоин уважения. И когда люди говорят о том, что не верят в его натуральность, особенно это говорят те, кто сам применяет фармакологию, заметьте, те, кто тренируется натурально, склонны доверять шреддеру. Я считаю просто смешным то, что люди не верят в то, что шреддер натурален. Почему? Конечно, силовые показатели при таком рельефе, который показывает шреддер, уникальны, но его мышечная масса не настолько огромна, чтобы говорить о применении фармакологии. Стаж тренировок у человека огромен. Он может иметь такую мышечную массу. И при определенном складе питания, а вы знаете, что у шреддера свой план питания, который, насколько я знаю, он не скрывает, можно держать такую форму. Вопрос не в том, натурал шреддер или нет. Меня лично это вообще никак не касается, не волнует и не интересует. Человек тренируется, человек пропагандирует здоровый образ жизни, это уже хорошо. Но то, что люди уже в наше время не верят в натуральный тренинг совершенно, вот это пугает. Индустрия, понимаете, это уже не образ жизни для большинства. Это уже просто бизнес-индустрия, которая целенаправленно заставляет думать, что нельзя сделать хорошую форму без того же спортпита и без фармакологии. Можно сделать шикарную форму. И шреддер тому пример. Конечно, у человека уникальная генетика, если можно так говорить. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас действительно уникумов, а можно шреддера назвать уникумом, но это не его заслуга, это природа, это родителям нужно его сказать спасибо, хотя и не их заслуга тоже, что они наделили человека высоким по современным меркам уровнем тестостерона. Да, и я об этом постоянно говорю, хотя шреддер смеется над этим, это, на мой взгляд, полная глупость. Отрицать то, что с возрастом уровень тестостерона в мужском организме резко падает, это все равно, что отрицать наличие в нашей жизни смерти. Именно смерть делает нашу жизнь прекрасной. Действительно, происходит старение, происходит угнетание организма. Правильным питанием, здоровым образом жизни, хорошим восстановлением сном, полноценным питанием, питьем чистой родниковой воды, а не то, что течет из крана или продается в наших бутылях. И, конечно же, дозированные нагрузки, не чрезмерные нагрузки, в чем я со шреддером не согласен. Я скажу сразу, я не смотрю его ролики, не знаю о том, как он тренируется, только со слов своих подписчиков, учеников, кто пишет мне в личку, в комментариях здесь. Я знаю с ваших слов, что шреддер тренируется по 5-6 раз в день тяжелым силовым тренингом по 2-3 часа. Не знаю, правда это или нет, но такой тренинг убьет любого натурала, современного натурала. Потому что я уже не раз говорил в своих роликах, что действительно уровень тестостерона, мужского гормона, гормона, который делает нас с вами мужчинами, который делает нас с вами сильными, резко снизился с времен Второй мировой войны. И это не секрет, это умалчивается, но это не секрет. Любой из вас может нарыть это. Погуглите. Посмотрите, какие были нормы тестостерона в мужском организме до того периода и после. И вы увидите, что они понизились ровно в два раза. На 50%, понимаете? Ровно в два раза уровень тестостерона в мужском организме упал. И медики ничего не смогли с этим сделать, кроме как понизить нормы тестостерона для здорового человека.
Запомните, нормы современные тестостерона для здорового человека не являются действительно нормами для нормального функционирования мужского организма. Именно поэтому так высока смертность в современном мире, особенно в неблагоприятных районах, где экология еще добивает нас, мужиков. Высока мужская смертность. Посмотрите, многие просто не доживают даже до пенсионного возраста. Конечно, это все выгодно государству, поэтому алкоголь, табакокурение в свободном доступе, а тестостерон под запретом приравнен к наркотикам, к сильнодействующим веществам. На мой взгляд, это полный маразм. Скрывается истина про анаболические андрогенные стероиды. Конечно, с дуру можно и ХЭ сломать, все это знают. Любое лекарство в больших количествах может стать ядом. А я напомню вам, что андрогенно-анаболические стероиды были придуманы не для спортсменов. Это лекарства, это препараты, призванные помогать нам с вами. И во всем мире, не знаю, как сейчас в России, но в чем сильно сомневаюсь, гормонозаместительная терапия шагает семимильными шагами. Я знаю многих людей, которые, сосед мой даже я вам рассказывал, которому 30 лет, он чувствовал себя очень плохо, пошел, сдал, я ему посоветовал на гормоны, уровень тестостерона оказался очень низкий, даже для низких этих современных норм. Ему просто на 3 месяца бесплатно дали вместе со шприцами, прописал доктор здесь в Штатах, человек проколол курс, стал себя прекрасно чувствовать, при этом потеряв 8 килограмм жира. Все счастливы, и он, и жена, и окружающие. Позитив растет. О чем я говорю? О том, что нашему государству и государством в целом невыгодно, чтобы сейчас были здоровые люди. Выгодно, чтобы вы не доживали до пенсионного возраста. Кто с этим не согласен, тот просто глупец и не понимает вообще сложившейся ситуации в мире. То, что алкоголь свободно продается, и не нужно говорить, что там нельзя его покупать детям там после 10, все это чушь. Вы знаете, любой человек может в любое время, в любом возрасте, в нашей стране, тем более в Российской Федерации, в Украине, достать сейчас алкоголь, если ему это нужно. Да, кстати, здесь в Штатах, ну, подростки, скажем так, редко, в принципе, употребляют алкоголь, им не продают его вообще, поэтому они больше курят марихуану, траву. Насколько это вредно или полезно, тоже тайна за семью печатями. Но в интернете вы можете найти много интересной информации, которая заставит вас думать. Но наше видео сегодняшнее не об этом. Вернемся к тому, почему Шреддер молодец. Потому что Шреддер показал людям, что действительно вы можете достигать хорошей формы, тренируясь натурально. Конечно, не стоит, повторюсь, брать за основу его программы тренинга, потому что они убьют вас, вашу физиологию, вашу восстановительную систему. Мало кто в мире вообще может так тренироваться, даже на фармакологии. Ребята, тренируйтесь натурально, по крайней мере, пока не достигнете определенного возраста. До 35 лет можно хорошо и нужно прогрессировать без применения какой-либо фармакологии. Если, конечно, вы не спортсмен. Подчеркиваю, спортсмен, не бодибилдер. Потому что на Олимпийских играх нет ни одного человека, который бы не применял какой-либо допинг. И очень неприятно смотреть, когда вы лицемерите, когда ловят какого-то нашего спортсмена на том или на ином допинге. Принимают допинг все. Допинг – это политика. Политика, как и большой спорт. И я выражаю свое уважение Шараповой, которая якобы была поймана на допинге, мельдоний, мельдронат, ребята, это всегда можно было купить, это препарат, помогающий сердечной деятельности, он не является допингом, чтобы вы понимали. Сейчас спорт – это политика, это нужно четко понимать, и чем дальше мы продвигаемся по
И чем дальше идет наша цивилизация, тем дольше и сильнее будет это явно и видно. Опять-таки, кто этого не понимает, это проблемы его головного мозга или его отсутствия. Тренируйтесь натурально. Смотрите хорошие примеры. Я приведу из своего личного опыта. Я в 17 лет, в 16, в 15, занимался в основном единоборствами, но меня насильно заставлял тренер ходить в тренажерный зал, тренировать вверх, потому что у меня всегда были крепкие, мощные, сильные ноги. А вот вверх отставал. И мой тренер по карате заставлял меня силой ходить в тренажерный зал. Я очень не любил. Но я помню, что тогда я уже работал на 80 килограмм. 90-95 килограмм я мог пожать один раз. В 15 лет. Я тогда не приседал, не делал тяг. Тягу я первый раз сделал, когда серьезно уже задумался о занятиях в тренажерном зале. И мне было на тот момент 20 лет. Я сразу с первого раза по глупости, по дурости сделал 150 килограмм на 6 раз, как сейчас помню. Потом 2 недели поясница моя болела. Ну, конечно, это были мышцы, потому что технически я грамотно сделал. Всю жизнь занимался спортом, тело как-то понимало, чувствовало, как нужно делать то или иное упражнение. И к тому же среди моих друзей было очень много тяжелоатлетов, которые занимались, выступали, постоянно показывали мне различные упражнения. Я видел, как они тренируются, видел, как нужно держать спину, что такое ровная спина. Так вот, через 1,5 года натурального тренинга я уже мог делать становую тягу 190 килограмм. То есть увеличился мой вес в становой тяге рабочий на 40 килограмм. А 205 килограмм я усилием воли мог вставать на раз. Хотя, как сейчас понимаю, и кто смотрит мои ролики, знает, что на разы делать вообще не стоит. Особенно такие упражнения, как присед, жим, тяга. Просто не стоит. Это убивает на самом деле развитие силы. Понимаете, о чем я говорю? Натурально можно и нужно тренироваться. Можно быть в прекрасной форме. И когда сейчас говорят о том, что шреддер не натурал, просто смешно. Я знаю многих ребят из пауэрлифтинга, которые без фармы показывают феноменальные показатели силовые в жиме, в приседе, в становой. И приходя уже в серьезный спорт, начиная применять фармакологию, они показывают еще более впечатляющие показатели. Ихние жимы, приседы, силы просто реально заставляют уважать, восхищаться. Но заметьте, все они достигали таких показателей без фармакологии, которые нам с вами даже при фармакологии не достичь. И говорить о том, что сейчас все люди одинаковые, неправильно. Это неправда. Мы рождаемся с различными способностями организма. У кого-то высокий уровень тестостерона, у кого-то низкий. И это только тот гормон, о котором вы все знаете, который на слуху. Гормонов у нас в организме немерено, которые влияют на те или иные качества нашего организма. На силу, на выносливость. О чем еще хочу сказать? Когда многие говорят, пусть вот тот или иной сделает анализы на гормоны и покажет их, тем самым докажет, что это правда, что он натурал. Это смешно, ребята. Никогда не поддавайтесь каким-либо слухам. Если бы можно было по сдаче крови на гормоны узнать, химик человек или нет, то допинг-тест не стоил бы таких огромных денег. Не будьте дураками. Допинг-тест стоит серьезных денег. Это очень серьезное трудоемкое исследование. То, что вы сдадите кровь на гормоны, не покажет вам. Даже опытный эндокринолог не всегда сможет определить, принимаете вы фармакологию или нет.
Иначе тогда не нужны были бы вообще допинг-тесты. Просто все сдавали бы гормоны, кровь на гормоны. Но, тем не менее, почему-то есть допинг-тест. Дорогой, серьезный. И, чтобы вы знали, на соревнованиях не всех спортсменов тестируют на фармакологию. Почему? Опять-таки, очень дорого стоит данное исследование. Ребята, верьте в себя. Понимайте, что тренироваться нужно натурально. Если вы достигнете каких-то результатов серьезных через 2-3 года тренинга, тогда можно уже задумываться о том, хотите ли вы строить свою карьеру как профессионального спортсмена. Но если вы хотите быть профессионалом, без фармакологии вам не обойтись. И, к сожалению, правда жизни в том, что практически в любом виде спорта сейчас, чтобы показывать серьезный результат на уровне каких-то региональных даже соревнований, мы не будем брать уже мировых первенств, олимпиад, необходима фармакология. Конечно, многие видят видео, фотографии в журналах федерации, которые позиционируют себя как натуральный бодибилдинг. Поверьте мне, ребята, практически все, кто занимает там призовые места, также являются химиками. Просто с философской точки зрения, кого называть сейчас химиком? Вы знаете, что современная курица, которую вы все покупаете и едите в супермаркетах, полностью напичкана гормонами. Такими, которыми названия мы даже с вами не знаем. Про антибиотики я уже не говорю. Кто сомневается, подумайте, задумайтесь над таким фактом. Курица в природе из цыпленка в курицу вырастает за 3 месяца. Но за 2-3 недели на фермах цыпленок превращается в курицу и продается. Как? В натурашку? Если вы в это верите, то вы глупец. Итак, ребята, я практически на 99% уверен, что Шредер натурал. И давайте закроем эту тему. Те, кто в это не верит, у того, значит, проблемы с восприятием данного мира. Либо он что-то сам скрывает. И еще хочу сказать. Люди делятся на пчел и на мух. Знаете, да? Одни питаются медом, другие питаются говном. Как это соотносится вообще к жизни, к блогерам? Кого слушать? К чьим советам прислушиваться? Заметьте, что если вы тянетесь к каким-то говноблогерам, слушаете какие-то сплетни из интернета, особенно какого-нибудь лысого, прыщавого придурка, который 3 года химичил и заработал себе только лысину и прыщи, то это проблема в вас. Или какие-то паблики, которые собирают грязь со всего, откуда только можно. Представляете, чем окружены эти люди, чем они мыслят, что они едят? Да, мыслят они говном и едят они говно. И высирают они в эфир говно. И те, кто смотрит их, кто слушает их, ест их не высер. Кого же смотреть? Смотрите тех блогеров, которые чему-то вас учат, не пытаясь как-то выпечить свое «я». Я всегда говорю вам о том, что я не истина в последней инстанции. Я делюсь с вами только практическим своим опытом и немножко теоретическими знаниями. Я больше все-таки практик. Я сам прошел через многое и делюсь этим с вами. Как избавиться от боли в спине, как вернуться к полноценной жизни, как вернуться в большой спорт после травмы. Все это я прошел и могу поделиться с вами. Могу посоветовать вам читать журнал «Про статус». Дмитрий Яковина – очень грамотный мужик. Человек, который живет этим видом деятельности. Человек, спортсмен и живущий образом жизни, немножко бывают иногда разными людьми. И опыта, знаний можно получить больше у человека знания, нежели у какого-то спортсмена. Дмитрий
реально грамотно думающий человек, хоть он иногда и высказывает негативно о некоторых моих идеях в питании в основном, тем не менее я всегда читаю его журнал, всегда умные мысли, всегда есть чему поучиться. Также можете читать журнал «Железный мир». На мой взгляд, один из лучших журналов на постсоветском пространстве, пишущий на русском языке о железном спорте. Да, не всегда информация бывает корректной, нужной, но грамотный думающий человек всегда сможет отделить зерна от плевел. Я рад, что зрители моего канала, грамотные думающие люди, понимают, что СМИ сейчас может обосрать любого человека, и видят немножечко за то, что печатается, что выдается где-то в каких-то видеороликах, в каких-то пабликах. Не забывайте, что чем вы себя окружаете, какими мыслями вы себя окружаете, что у вас внутри, что у вас в голове, все это строит ваше сознание, а сознание строит ваше бытие. Ваш мир наполнен вашими мыслями. И если какое-то событие кажется вам негативным, подумайте о том, что вы просто не можете знать, какие последствия будут от этого события. Верьте всегда, твердо будьте уверены, что любое событие, которое случается с вами в жизни, идет вам на пользу. Тогда и жить будет легче, и жизнь будет позитивной. Никогда не реагируйте на какое-то говно в свою сторону. Любой человек, который что-то делает полезное, будет всегда обсираться всяким быдлом. Просто по одной простой причине, что быдло, кроме обсирания, ничего, ни на что не способно. Думайте всегда, ребята, головой, как я вам всегда говорю. Верьте в то, что тренироваться натурально можно и нужно. И можно достигать хороших, серьезных вершин. Конечно же, вы не станете Ронни Коллиманом или Дорианом Ятсом. Но вы будете в прекрасной форме, вы будете нравиться девушкам. Вы будете нравиться самому себе. Если вы будете нравиться самому себе, вы будете нравиться окружающим. Никогда не реагируйте негативно ни на что. Сохраняйте спокойствие. Спокойствие – это величайшая сила в нашем мире. Действительно, если вы видите уверенного, спокойного человека, можете быть уверенными, что это сильная личность. Закончим на этом. Удачи всем, здоровья, тренируйтесь натурально.